Видели мы даже, что у Адмирала определенные проблемы возникали. Но затем 4 минуты большинства сделали свое дело. И подопечные души на Грегора отличились, а сейчас делают это во второй раз. Какой бросок удается Александру Горшкову. И 2-0. Но здесь никаких вопросов к Алексею Мурыгину быть не могло. Горшков сместился в центр, попытался шайбу скинуть партнеру. Она к нему вернулась бумерангом. И туда сразу в девяточку. Мурыгин на коленях, ловушкой сыграть не успел. Как там среагировать на такой бросок, я, честно говоря, не знаю. Александр Горшков. Первая шайба в континентальной хоккейной лиге. С чем этого нападающего и поздравляем. 23 года Горшкову, уроженец Сургута.